Выращивание рассады сельдерея в домашних условиях. Рассмотрим, как подготовить семена, какая земля нужна и как правильно прорастить. Сельдерей корневой, листовой, черешковый высаживают круглый год в домашних условиях. В грунте рассаду доращивают с апреля, когда уже прогреется земля. Перед посадкой семена замачивают на сутки и протравливают в стимуляторе роста. Садим корневой сельдерей. Корневой сельдерей ароматнее, чем черешки. Корень дает насыщенный привкус масла. Любители пикантной нотки в блюдах оценят сочетание сельдерея с овощами и мясом. Подготовка семян сельдерея. Первое. Семена залить теплой водой. Второе. Слить воду и просушить семена. Третье. Выложить на подложку и прорастить. Земля для корневого сельдерея. Магазинную универсальную грунтовую смесь пролить раствором марганцовки. Землю с участка обработать на пару и просушить. Семена наклевываются, так что пора заняться местом посадки. Грунтовую смесь после обработки вложить в стаканчик или контейнер. Пролить перекисью водорода, подсушить, затем обработать стимулятором. Сделать бороздки по 5 мм. Я делала линейкой, но на форумах посоветовали брусочком. Просто углубляем и готово. Через 2 см посадить семена сельдерея и прикрыть 1-сантиметровым слоем земли. Почвенную смесь сверху опрыскать из пульверизатора. Контейнер или стаканчики накрыть пленкой, не снимая пленку самодельного парника до первых сходов. Это важно. Для накрытия парника используем полиэтиленовую пленку, но пластиковая крышка также пригодится. Проветривание и замена обязательны, иначе рассада погибнет. Расскажу дальше, как и когда все-таки менять. Проращивание сельдерея в домашних условиях. Семена сельдерея проклюнутся на 15 день после посадки. Рассада укрепится за 2 месяца, после чего готова к пересадке на участок. Температура в первые 2 недели удерживается на отметке плюс 25 градусов. Парник проветривают каждые 4 часа и меняют пленку, если скопился конденсат, то, о чем обещала рассказать. После пикировки температуру понижают. В продолжении заметки описаны температурные изменения. Деревянной палочкой или перчатками проверить влажность земли, углубить по стенке горшка до дна, вынуть и посмотреть, до какого уровня влажная палочка. Воду подливать по столовой ложке. Почва увлажняется по ободку горшка. 5 фактов о сельдерее. Сельдерей проращивается медленно, зато саженцы формируются стойкими. Стрелка с семенами появляется на 2 недели раньше, что приводит к негодности зелени. Пусть развивается своим чередом. Зелень сельдерея пригодная к употреблению через 3 недели после развития в грунте. У листового сельдерея интенсивный запах зелени из-за неизмеримого запаса эфирных масел. В сельдерее 320 мг калия, а железа 0,53 мг. Сельдерей полезен для сосудов и сердца. Условия для выращивания рассады. Температура снижается после выхода ростков, плюс 18 градусов, затем понижается до 14 градусов тепла. Сельдерей пересаживают с 2 парами семидольных листьев. Стебли подросли до 7 см, саженцы переносят вместе с корневым комом. Лунки на участке на расстоянии 8 см. Параметры рассадки подбирайте на свое усмотрение. Желаю стойких сходов и полезных корнеплодов сельдерея. Напишите в комментариях, как вы выращивали сельдерей в домашних условиях. Поставьте лайки под видео и подпишитесь на канал Teenage Info.